I think the girls with their nails done now. Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня очередной обзорчик на сборку героя. Многие просили показать Зефира. В принципе, я его и так часто показываю. Но сегодня мы сделаем такие пробные обзоры. На аккаунте Андрюхи у него вот такой вот Зефир с грубой силой. Это как вариант для увеличения дамага за счет крита. И второй вариант у него есть с целителем душ, тоже в принципе интересный вариант, плюс стоит эмблемой огонь жизни, который увеличивает здоровье, плюс дает шанс крит удара, если у героя меньше 45% жизни. В общем, поехали, такой вот вариант затестим. Чем такой вариант хорош? У него увеличивается его дамаг, соответственно увеличивается все показатели, то есть, как вы знаете, у него все зависит от количества нанесенного урона. То есть, чем выше у него будет крит, тем больше у него, по сути, будет отхил. И как герой реально хилит себя. Ну, как бы на сегодня это один, наверное, из самых универсальных, нужных и востребованных донатных героев. Вот, каждых 0,2 секунды наносит чистый урон в размере 256 от атаки, то есть, соответственно, если он у вас будет, у него крит дамаг будет выше, то есть, соответственно, у него будет выше дамаг и плюс восстановление хп. То есть 48% от нанесенного урона. Чистый урон игнорирует эффекты сопротивления урона. То есть он бьет, по сути, сквозь броню. В этом и самый кайф от этого героя. Также вихрь, который наносит 400 атаки вражеским целям на его пути и парализует. Ну, это такое, это больше вспомогательное. Самое основное, это вот эта вот именно атака 0,2 секунды в течение 4 секунд. Герой также, самое интересное в герое, ограничение. Имеет иммунитеты заморозки, окаменению, обездвижению, молчанию. Но не имеет иммунитета к стану и не имеет иммунитета... как его, блядь, к недомоганию. Ну, то есть его можно порезать ему отхил. В общем, какие варианты сборок по талантам, да? Ну, вариант, конечно, грубая сила, он хорош. Но у вас, как видите, прилетает вам... По 36 всегда. Вот, накинули недомогание. Соответственно, у него отхила нет. И в таком случае, ну, дамажный вариант, это больше, знаете, на деф. Как вариант, просто чисто деф. Вот все, его уже фактически нет. Его слили на деф, либо на фарм локации еще как вариант. Так как ограничение, он, в принципе, на фарм локациях не особо будет чувствовать. На PvP локации, ну, я не знаю. Я такую сборку у себя не тестил. И даже не рассматривал, и не рассматриваю, потому что мало жизни и входящий дамаг 36к. Если вы поставите сюда узашку, он у вас ровно в два раза дольше будет жить. Плюс у него будет увеличенное количество жизни. Да, он дамажит круто, но дамаг на сегодня это не самое главное. То есть такой вариант тоже имеет право на жизнь, но не знаю, в плане универсальности, я вам скажу так, не очень. Практика уже показала, что есть более интересные сборки. Сейчас попробуем. Вот, недомогание режет, получается отхил, соответственно, герой нифига сделать не может. То есть он сливается очень-очень быстро. Некоторые ребята ставят маскировки, выживание. Ну, в принципе, выживание как вариант может прокатить. Но маскировка, я считаю, на этом герое вообще бессмысленно. Ну, то есть 30 секунд и героя, по сути, нет. Так, какой у него второй вариант? Второй вариант с целителем душ. Ну, в принципе, я тоже не знаю. Лучше эмблемой поставить, как по мне. Ставить сюда эмблему дара, ну, чисто для дамажной версии, ну, не знаю. К
как по мне, ваадушка глаза будет намного лучше. В общем, такой вот зефир я решил зайти сюда показать. Ну, то есть, как вариант, если вы хотите что-то на дамаг для фарма, довольно-таки неплохо, можно поставить разные эмблемы, плюс грубая сила увеличивает. Ну, вы опять же должны понимать, что он у вас должен быть собран на урон. Полностью, то есть чисто фарм локации, да, на PvP локации такая тема не зайдет. По снаряге, вот здесь вот атака собрана, ну, то есть здесь чисто такой трешовый дамажный вариант. Сейчас попробуем где-то посмотреть, сколько он наносит дамага все-таки. Ну, вот есть 175к, но как видите, он не особо критует. Он кританул 500, да? Или мне показалось? Ну, редко-редко критует. Триста семьдесят два. Да, 370. 372к. В общем, такой вот дамаг. Но если бы здесь хоть на героях было хоть недомогание одно, ну, как бы он бы уже давным-давно слился. Плюс я вижу, нету отражалок. Но этот дамаг чистый. Если будет отражалка, он врежется вдвое. То есть здесь вот по сути, кто у нас... Не вижу, против кого мы воюем. Стоит узашка, потому что дамаг 87 с копейками. Блин, ни хрена не видно, кто это. А, это Асурик. Вот, у него встроенная отражалка, соответственно, дамаг режется. Еще и, по-моему, с выживанием. Что-то нули пролетают вообще все время. Что за бред? Не понял, это что за сборка такая? Смотрите, просто тупо нули. Не, он прошел какой-то дамаг, ну реально. Что, истинная вера плюс выживание? Может быть, кстати. Ну, в общем, такой вот вариант, как видите. Нету недомогания, здесь он будет тащить. А, ладно, поехали. Ранка мы ушатали. А, поехали на мой аккаунт. А, такс. Это мой зефир. Я даже два у себя уже качнул. Второго так, чисто ради теста. А, такс, это вот... Для теста был вот такая вот такой вот вариант. Как по мне, Зашка оптимальная. Почему? Потому что у него режется дамаг, плюс воодушка, если вы на деф, если на фарм локации, тоже воодушевление ставите. По снаряге обряд лечения для дополнительного отхила. Но опять же, если будет недомогание, вас будут сливать. Но я взял такую сборку. Я сейчас ищу пенек следующий для максимального теста. У меня собрано на такой зефир, собран чисто на жизнь. Чем такой вариант хорош? Во-первых, у вас увеличенное количество жизни, плюс у вас не 36к дамага, да, прилетает, а в два раза там меньше, даже чуть-чуть больше. То есть вот 16200. С отражалки, как видите, прилетает 36. То есть отраженный дамаг у вас будет все равно максимальный. 36к. Так, 16200. Плюс герой живет намного дольше. Ну, то есть, по большому счету, в два раза. Еще плюсы. Какие есть? Увеличенная жизнь, это я уже сказал. Что по эмблемам, да, то есть основной талант у меня это
ОЗ-шкой мне его, в принципе, хватает. По эмблемам водушка на фарм локации, на дах, на битву гильдий неплохо заходит. Но все равно слили. Спектром заблокировали, плюс недомогание. Варианты, вариантов как бы много нет. Сейчас и этот герой тоже сливается. Еще какие варианты есть по эмблемам? То же самое, можно поставить грубую силу для увеличенного крит дамага. Также можно поставить ту же самую оживу. Также можно поставить дар жизни. То есть все ставится эмблемами. Ну, как бы это более вариант универсальный за счет того, что режется дамаг. Ну и плюс они еще получают дополнительно отражалку. Что по созвездиям? У меня было Зефир с уклонениями, я скажу так, с уклонами он, конечно, держится получше, но он не наносит дамаг. Он не дамажит, он не попадает, поэтому варианты самые оптимальные у меня был тоже, я переролил, у меня был с точностью, то есть было полностью все на точность. Это был самый такой, наверное, оптимальный универсальный вариант для данного героя, так как он, в принципе, дамаг держит. Но надо, чтобы он еще попадал, наносил. Поэтому, если будет два зефира, то, конечно, вариант лучше с точностью. Он тогда будет более универсальным. Что по чаркам? Есть, по сути, как бы три варианта чар, которые я рассматриваю для данного героя. Да. Первое, вот недавно, это спектр. Это на PvP-локации для блокировки. Потому что у героя есть ограничения, он дольше живет. В принципе, неплохой вариант. Второй вариант — это обряд лечения для увеличения жизни и плюс дополнительного отхила 10%. Ну реально, если там не будет недомогания, вы хрен этого героя сольете. Плюс еще третий вариант — это ССК для увеличенного отхила. Понятно, что дев здесь ничего толком не даст, это как и на Фрейе, но здесь герой себя очень круто хилит, и соответственно это тоже вариант. Остальные варианты, ну, еще как вариант победный, да, ну, я это не рассматриваю, потому что, ну, в принципе, не особо интересно по сравнению с предыдущими чарами. По созвездиям уклонение, точность — это такой самый оптимальный вариант. Ну, атака, ну, не знаю, с атакой, честно скажу, это ни туда, ни сюда. Да, вроде атака есть, но она особо много не решит. Что у нас по дамагу, сейчас посмотрим, сколько мой выдает. Вот видите, миссает, не попадает. Вот основная беда, вот если нет у вас точности, он будет миссовать, и толку от этого героя никакого. Поэтому в нынешних реалиях, если вы хотите, чтобы у вас был интересный зефир, он вам помогал, однозначно надо ставить. Что-то вообще печаль. Вот вам явный пример. Мисс. 98 отдамажит. Ну вот видите, минуту держится, чуть-чуть больше. То есть если вы хотите, чтобы он у вас попадал, надо ставить реально точность. Сейчас попробуем, поставим гнев. Применять, ну, применяется он фактически везде, это самый на сегодня универсальный донатный герой. Посмотрим, сколько. 32к. А это он еще бьет пока. Видите, тоже печаль. Сливается на отражалках. Если будет много отражалок, он будет сливаться очень быстро. Сейчас попробуем найти без юнитов. Интересно посмотреть на его дамаг. То есть на сегодня он, как и остальные, сливной. Даже если вы его соберете с уклонениями, ну, он может будет держаться немножко лучше, но толку от этого, честно скажу, никакого. Вот 71 здесь с отражалками героя. А так будет 140. У Андрюхи там выше было сколько? 170.
или 180. Но видите, не критует. Но дамага он дофига выдает. То есть для того, чтобы он попадал, вам однозначно надо ставить точность. Потому что без точности этот герой просто будет миссовать. Да, он будет держаться с уклонением, но толку от этого никакого не будет. Но возможно на битву гильдии как вариант. И то, если он будет миссовать, он не будет себя хилить. В общем, такие вот сборки, ребят. Есть еще куча разных сборок, но я их не рассматриваю, потому что ну, они не универсальны, не интересны и не актуальны. Там некоторые со стойкостью качают и прочим. На сегодня самый оптимальный вариант — это такой вот ОЗ-шка, плюс эмблема там воодушка, живо, там в зависимости от того, на какую локацию вы идете. Здесь однозначно обряд лечения ССК, либо же как вариант спектр. По созвездиям, ну, не знаю, мне больше всего точность зашла, уклонение и атака. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.